Здорово, друзья, с вами Федор. Продолжаем проходить мод ОП 2.2. Ой-ой, чем заняться, я не знаю. Как обычно, чем мы можем? Ну, вообще, можем в забытый лес сходить. Ой, да, забытый лес, правильно. Там у нас и тайник коллекционера, и яйца собрать надо. А еще оружие раскопать. Но для того, чтобы раскопать оружие, нужна лопата. Где лопата? Лопаты нету. У меня 4500, лопата стоит 5000, надо купить. Наконец-то я куплю лопату сегодня, я надеюсь. Я надеюсь, что я не забуду про лопату через 2 минуты, и лопата наконец попадет ко мне в руки. Так, ладно. Патронов у меня, конечно, на самом донце осталось, как говорится. Илсас. Так. Ну, что-то, короче, мне нужно еще дроби где-то найти. Дроби, картечи, чего-нибудь, короче. И научную аптечку может где-то выцегонить по бырику. Чтобы уже пойти, когда я пойду в забытый лес, занести Петренке аптечки. Или что думаете, не знаю. Так, ну, короче, мне нужно что-то продать, во-первых, чтобы получить лопату. Что можно сделать? Что можно продать? Я не в курсе. Что хорошо купит бармен в теории или кто-нибудь еще? Ну, вообще, можно взять какие-то стволы и продать их Петренко, которые вот ненужные нам стволы, да? Например, АК. Я их уже сдал Петрухе. Че они у меня будут валяться, правильно? АК-74, не помню, сдавал ли их, кстати. Грозы. Ну, грозы пусть будут. Хотя у меня их 4. Давай вот это продадим. Что еще в теории можно продать? Абаканы точно пригодятся. Это точно пригодится. Давай я чекну, я АК-74 сдавал уже Петрухе или нет? АК-74 я уже сдавал, да. Можно смело продавать вообще. Да даже с подстволами вообще пофиг. Все, этого должно хватить, пойду продам. Так, помним, тут была техасская резня с химерами. Говорят, что вот этого аккумулятора мне хватает на там сутки, ну, дня 2-3. Вот. И порекомендовали купить второй аккумулятор, и если что, можно будет у Петренко заряжать аккумуляторы, и это очень здорово на самом деле. Так, да, все стволы, которые я подобрал, он покупает. 4800 мы, короче, за это залутали. Найс. Пойдем теперь за лопатой. Но, правда, по поводу второго аккумулятора, пока я, наверное, ну, не могу, да, и не куплю, потому что денег нет. Сейчас, может, с квестов что-то выручу. Блин, лучше бы вместо... Не, ну, рецепты не бесполезны, они потом пригодятся, но хоть бы какую-то денежную награду вместе с ними давали, там, 2000, 3000, что-нибудь такое. Там выполнил, условно, 5 таких квестов, херак, у тебя уже десятка с чем-то на руках. А не то, что ты выполнил какой-то квест, тебе дали рецепт и послали в жопу, а ты без денег, на лопату даже не хватает. Сраную. А где лопата? В смысле, а где лопата? У него нет лопаты. ГГ, проиграли. А где лопата? Я ее покупал уже, что ли? У меня опять провалы в памяти. Я вот не знаю, у меня провалы в памяти от того, что я просто, ну, я, грубо говоря, или что? Или это у меня какое-то медицинское заболевание? Я просто не проверялся. Где лопата? Ну, если я ее покупал, значит, она должна быть вот в этом рюкзаке и нигде иначе. У меня нет лопаты. Походу, она у него просто из продажи исчезла, представляете? То есть, это мне в тот раз повезло, что она у него в продаже была. А я-то думал, она у него постоянно в продаже после того квеста и до того момента, пока не куплю, собственно. Ёб твою лопату. И что мне с этим делать? У меня 9400 есть. Да, настроение хуже не бывает. Ну, что думаю, может, тогда на АТП сходить. В принципе, у меня есть снайперская винтовка. Со снайперской винтовкой теперь мне намного попроще будет там жить. Плюс у меня есть снайперский абакан. Ну, в целом, можем там что-то наворотить, какой-то суеты намутить. Но для начала нужно как-то патроны выцегонить всякие нужные, да? Мне нужно для снайперки. Ну, дробь на АТП мне не очень пригодится. В общем, 5.45 и для снайперки нужны. Так, ну, 5.45 можно взять за вспышку. 2 пачек простых или 1 бронебойную, да? Ну и у Петренко, помним, еще можно взять снайперские патроны за капли. Так, ну что ж, по-моему, все это у меня есть, давай посмотрим. Так, капли, у меня одна капля всего лишь. ГГ, проиграли. Ну ладно, хоть что-то. Так, тогда давайте вспышек насрем кучу. Ну, 3, окей. А как, у меня есть рецепт варки капель? Может, там это все довольно просто, и я по баррику сварю пару капель. Справка. Да я просто недавно проснулся, как обычно, короче. Вот и заговариваюсь. Так, ну это у нас всякие крутые артефакты, которые... Мне пока не до них. Хотя в теории можно когда-то заняться варкой артефактов. Так, меня интересует... Сейчас я все прокликаю, чтобы оно мне зеленым не горело. Меня интересуют капли. Есть капли у меня здесь? Каменный цветок, вспышка, кристальный... А вот капли из карусели. Для этого нам нужен выверт, хвост собаки, бутылка водки. Ну и говно, слушай. Бутылку водки тратить на... Да, в жопу, короче, все. Я в тильте. Но бутылка водки, это, конечно, смешно. Сейчас бы бутылку водки тратить на каплю. Мне бы еще 3 бутылочки добыть, и я бы пошел уже к Шерстюку. Но если бы я сегодня пошел в забытый лес, то я бы по-любому и на кордон зашел. И там бы я уже сбегал на блокпост, налутал консерв для того, чтобы сделать последний обмен и заполучить... Получается, КПК крота, но вот как вышло, так вышло. Кстати, можно за деньги... Ага, пошел в жопу свои
со своими расценками такими. Так, боеприпасы давай, снайперские патроны нужны. Ну, мне две пачки простых, потому что у меня всего лишь одна капля, что поделать. Совершенно обменов с Петренко 4 из 30. Да, что-то грустно. Блин, в Солянке, помню, вообще не было проблем с патронами. А тут вот жопа полная с ними. И чем раньше и бережнее ты начнешь к ним относиться в прохождении, ну, тем меньше у тебя, наверное, потом проблем будет с ними. Но я вот как-то этот, да, плейстайл у меня не такой. Здорово, давай мне боеприпасы. На АК-74 мне нужны патроны. Давай простые, затем... Так, ну давай еще простые и одну пачку бронебойных возьмем. Думаю, так сделаем. Все, три вспышки мы реализовали. 5 обменов с барменом из 30. Жесть, по-другому и не скажешь. Ладно, что, я готов? Ну, вроде готов. Давайте зарядим СВД и отправимся на АТП, я полагаю. Надеюсь, у меня все получится. Ну, здравствуй, АТП. Пока никого в округе не вижу. Че за буханка? Че, на ней кататься можно? Реально, слушай. Ну, это, конечно, круто, но пока локация кишит бандитами, я не знаю, по-моему, плохая идея кататься здесь. А может, они исчезли? Ну, конкретно те, которые были отспавнены там, помните, после диска и так далее. И сейчас по кустам тут никто не сидит, ну ладно, давайте рискнем и прокатимся на буханочке. Ну, в принципе, для такой локации транспорт действительно нужен, потому что ушел в бар жрать водку. Мут, Арни. Потому что, а что она заглохла? Локация довольно большая и... Понятно. Ни хрена тут не исчезла. Что он выдержал в голову, в морду просто свою сраную выстрел с СВД? Да, такого я не ожидал. Да что-то два раза промахнулся, решил отгрузиться. У меня и так патронов на снайпу мало. Так, да, все-таки здесь все еще есть всякие твари. Мне от контролеров нужно как-то избавиться. Блин, вот это вот тоже оправдание. Что они мазью намазаны, блин. Просто усложнение ради усложнения. Какая нахрен мазь? Чокнутые, что ли? Ну, как-то так. Нужно убрать контролера. Где он, я пока не вижу. Я вижу бюрера. Но бюрер мне не нужен, верно? Так, не мотай мне камеру. Да ты ж... Серьезно? Он двинулся именно в тот момент? Что-то я очень много трачу. Ладно, надо в следующий раз понадежнее как-то выбирать момент для выстрела, чтобы не было права на ошибку, скажем так, да? Стой на месте. Серьезно, я не попал? Или что это? Или тебя бронекусты и бронеёлки защитили? И где ты? Стой на месте. Встань, 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 встань. Хорош, спасибо. О, этот контролер мне серьезно все руинит. Хотя вас же тут даже несколько, насколько я помню, да? Так, там уже откуда-то... Нормально он выдержал, конечно. Еще кто-то срет. Вон, кустарный воин. Да не мотыляйте мне камеру, тупые контролеры. Короче, мне нужно срочно их убить. Но я вообще не знаю, где они. Угу. Вас мне здесь определенно не хватало. Короче, отступаем. Так, ну слушайте, либо они косые, либо экзач мой. А, слышь, нифига, уровень заряда уже израсходовался. А что за фигня, говорили, вроде надолго хватает. Может, потому что экзач говно. Писали, то, что от экзача еще зависит. Че за жесть, 87%. Офигеть, ну это мне с ручником нужно будет потом этот аккумулятор доставать. Хорошо, тогда мне нужна подсказка. Следующая. Какие экзачи меньше всего тратят заряд? Вот мне пофиг на все, мне главное, чтобы экзач меньше заряда тратил. Да ёп. Зарядка улетучивается, ну не прям улетучивается, но, короче, не знаю. На один поход, судя по всему, мне. Не мотыляйте камеру, дайте конченые контролеры. Ну это просто шок, но где они, я не понимаю. Вон один. Не пожалею в него с СВД попукать, но ему насрать, к сожалению. Умри. Ладно, хотя бы от бюрера избавился. Промахнулся, конечно же, потому что семеро контролеров мне мешают стрелять. Все, короче. Патроны на СВД просраны. Да ты что, падла? Хватит дерево простреливать. Нет, ты смотри, эта гнида просто берет, обузит прострелы. Вот в наглую стреляет в дерево. Сука, я ненавижу этих контролеров. Я надеюсь... Что я надеюсь? Не знаю, ладно. Я не придумал. Все, наконец-то. Теперь нужно найти контролеров. Не могу стрелять бандитов, потому что мешают контролеры. Не могу стрелять контролеров, потому что, сука, мешают бандиты. А, ну, конечно, они с разных сторон. За деревом не спрятаться. Так, нужно как бы на чили играть. Вот, не нервничать, не кричать, не злиться. Зло — это зло. Кстати, в теории за этим деревом я мог бы скрыться. Угу.
ушлепок колдует через дерево. Что за херня вообще? I hate this. Надо, короче, перезарядиться, чтобы успеть и второго вырубить тоже. Один готов, второй где? Ну я ж попал. Ну твою мать. Сколько в тебя нужно попасть, чтобы ты умер? Умер? Фух, слава тебе, господи. Все, с контроллерами покончено. Два дебила лежат друг на друге. Ох, как мне хреново. Какая тишина, я так рад насладиться тишиной. Ни бандитов тебе, ни контроллеров, ни хрена. Мозг контроллера зато два аж, и водка. Слушай, это того стоило. Я еще и два мозга контроллера нашел Лукашу. Кек. А ему же там нужно еще, по-моему, денег дофига, да, по этому квесту. Я помню, в Солянке я его очень давно выполнил. На таких поздних стадиях. И награда была там, ну, говно, мягко говоря. Можно поискать контроль на АТП, либо тащить на CS2. Но на АТП я нашел, да. И 300 тысяч рублей ему надо, чтобы сдать этот квест. За что? Чтобы он мне дал рецепт преобразования медузы из говна? Или что? Я не понимаю. Ну, в Солянке реально слабая награда была. Что будет тут? Страшно представить. О, капля. Плюс снайперские патроны. Ладно. Более-менее мы тут зачистили. О, боже. Ну и ну. Сюда теперь надо идти. Что мне тут вообще надо сделать? Я уже позабыл, если честно. Для адреналина я квестика выполнил. Для Сидора, по-моему, там что-то какие-то детали тут надо найти. О, боже. Мерзость, мерзость, мерзость. Че, вы будете бежать на меня? Не, чуть не хотят. Ну ладно. Хрен с вами, раз не хотите. Серьезно, кабаны. Мне, кстати, все пишут, что у тебя кувалда скоро сломается. Ну, блин, я знаю. Что поделать? Не пользоваться ей теперь, что ли? Это очень полезная штука. Так, вижу артефактис. Надо подобрать мамины бусы. Нормально. Так, ну и что, подходим потихонечку к самой базе. База кормит. О, уже пошла стрельба. По кому? Надеюсь, не по мне. Ну, по мутантам вроде. Лютые фризы какие-то, блин, рядом с этой базой сраной. Ой, кабаны сраные. Ну, не руиньте. Че я вам сделал? Так, подхожу к базе. Война лютейшая идет. Че? Че? Монолит? Чего? Нашел части бандита на АТП. А что тут? Я понял. А что тут монолит делает? Тут же бандиты должны быть. Ну, можно подождать, конечно, пока они между собой там пересобачатся и потом зайти. Короче, тут техасская резня бандитов и монолита была. Но еще какие-то выжившие бандиты есть, поэтому не расслабляемся. А, и монолиты все тоже выжившие есть. Они там воюют. Ладно, я не против. О-о-о, не буду в него стрелять. Пусть воюет там, я тут посижу. Я тут... Ой, блин, за что по мне? Я тут притаился, как говорится. Иди нахерач ему, хорош чел. Правда, по-моему, ты его не убил. А, все. О-о, ну ты быдло, блин. И это быдло тоже заагрелось сразу. Ладно, пока больше никого не вижу, но нужно еще проверить. Ну, вроде все. Блин, капец тут трупов. Сколько лута, ёперный театр. Мне надо было рюкзак с собой сюда брать. Тайник закладывать. Блин, блинский и медуза. Ну, конечно, у меня экзач. Это здорово. Но у него уже 79%, блин. Так, насколько я помню, когда я что-то сделаю на АТП, пролетит мобильная торговля в зоне. И ей можно будет в теории сбагрить, ну, не прям все, но... То, что, например, я не дотащу в бар. Я в бар хочу дотащить, ну, вот эти вот стволы, которые покупает Петренко. Грозы, калаши и так далее, и так далее. А вот ФНочки и прочее такое я продам, пожалуй. Местный фольклор Ваня. Ну, Ваня это действительно фольклор. По-другому тут и не скажешь, конечно. Эмочки вот эти вот всякие, у них Петренко не купит. Да, купит свободу, но я на склады пока еще не пойду. Экзач бандитов, не знаю, нужен он ли он мне, тем более в таком дерьмовом состоянии. Наверное, нет. Блин, ну мне реально надо было рюкзак брать. Складывать тут хабар какой-то. У меня уже некий перевес появился. Ну и все, да. Обдристался. Но это в супер дерьмовом состоянии. Это никто не купит. Так же, как и эти две ФНочки. Вот эта ФНочка. И вот это тоже. А что так плохо-то? Стволам вашим. Столько трупов. И ни одного тайника не упало еще. Что за беспредел? И почему-то через таб нету никаких напоминаний о квесте. Хотя на самом деле у меня есть тут дела, которые нужно сделать. Вот напоминалка как-то странно работает. Она, видимо, показывает только тогда, когда тебе нужно сдать какой-то квест. Я не знаю. А вот то, что мне тут, например, найти запчасти для Сидра или еще что-то, это напоминалка мне не напоминает. Как бы, с одной стороны, фича прикольная, но не до конца. Могла быть еще прикольнее и полезнее. Экзоскелет монолита. Тоже не знаю, нужен, не нужен.
Так, ладно, я уже больше ничего не унесу, скорее всего. Как мне затриггерить мобильную торговлю в зоне? Что мне нужно сделать? Выйти с территории АТП, чешо? Или что-то подобрать, может? Так, что мне тут надо сделать? Во-первых, ну, я точно помню запчасти для Сидора. Во-вторых, у меня же какое-то еще задание было по базам походить, пособирать данные. Опа, а я разве не находил все это дело для Акима? Или что, я забыл уже просто? Я ж помню... Нет, слушай, я походу не находил документы для Акима, да? Блин, печально. КПК-то я в темной лощине достал еще очень давно, а вот про документы вообще забыл. Но ничего, в лабу я еще схожу в ближайшее время. Блин, а я не могу найти этот квест по итогу. А, ну вот, наверное, вот это. Да, короче, Скряга попросил найти данные о новейших разработках брони. Они могут храниться в КПК на карте памяти. Торговец посоветовал проверить военную базу на Агропроме, базу бандитов на ТП, базу монолитовцев в Припяти. Нужно встретить столы и личные ящики. Наверняка такие данные под замком хранятся. А вот. Короче, почекал инфу по этому квесту. Мне фартануло. КПК у меня заспавнился именно на ТП. А так, у него в ОП 2.1 было 3 места спавна. Это на базе военных на Агропроме. Ну, один из, то есть, да. Не обязательно во все эти базы идти. Затем на базе бандитов Темная долина. Ну и база в Припяти монолитовцев. И вот в ОП 2.2 добавили четвертый вариант. Это на АТП. И мне фартануло именно с этим вариантом. Вот тут, если что, на АТП лежит. Микро SD карта. Все. Лол. Плюс квест. Ну, сдам ее не знаю когда. Но если что, будем знать то, что... Для Скряги у нас квестик готов в случае чего. Так, я вот думаю, что мне делать. Неужели тут нет никаких рюкзаков? Куда, ну или ящики, куда можно все сложить, потому что, ну, этот, да, хочется, хочется. Так, инструменты для Сидра я пока не искал. Я немного другим озадачен, озабочен. О, это мне. Печально, ну, короче, мне некуда тут складывать что-либо. Ладно, могу обыскивать базу, искать что-нибудь. А, ну вот я нашел инструменты для Сидра. А что ему еще надо было? Или у меня просто не все с собой? По-моему, я что-то скинул в тайники. Да, по-моему, у меня в тайниках что-то лежит. Ну-ка, вот здесь, скорее всего. Ну, как минимум, у меня гаечные ключи тут лежат. А что ему надо? Помимо отверток и гаечных ключей. Так, молоток, отвертка и ключ. Молотки и отвертки на ТП. То есть мне еще два молотка нужно найти. Два гаечных ключа есть, две отвертки есть. Осталось два молотка. Ну что ж, поищем. У меня даже есть предположение, где они могут быть. А что за дурацкий чердак, на который даже залезть не могу? Ладно, слишком высокий. Головой бьюсь. Кстати, только недавно понял, почему у меня не работают эмбиенты. Потому что у меня стоит заглушка на музыку. Ну и, судя по всему, эта заглушка также и на эмбиенты распространяется. Ну, хотя эмбиенты на некоторых локациях действительно сомнительные. Так, я опять на перегрузе, надо что-то скинуть. Ну, вообще, у меня ГГ хомячить хотел. Бутер съел, но это не помогло. Ладно, вот это выложу. Все, можно ходить. Ужас. Блин, короче, мне срочно нужна эта мобильная торговля в зоне сраная. Продать ему дерьма и все, и распрощаться. Что мне сделать, чтобы он призвался? Или он не призывается в ОП? В Солянке, я помню, он пролетал сюда. А тут, ну, что-то печально как-то все. По всей видимости, придется тащить все это реально барыгам. Ну, ладно, придется терпеть, что еще сказать. Так, ну раз молоток, слушай, я его уже встречал, но я подумал, что он текстурный. Ну, весит он, твою мать, 25 килограмм, ты че? Хорошо, будем знать то, что один здесь, а второй вот где, я не знаю пока. Уютненько здесь, ничего не скажешь. Хлеб? Нет, пожалуй, не буду подбирать, он какой-то страшный. Так, что-то по поводу второго молотка возникли некоторые вопросы. Ну, хотя, знаете, я, наверное, даже сейчас и не буду его искать. Потому что, а смысл? Я все равно не утащу. Потом, когда появится, собственно, переносимый вес, тогда и утащу. Так, ну, вообще, можно, конечно, еще пойти вот сюда, помогать сталкерам. Но я, пожалуй, сгоняю все-таки в бар. Хочется продать, скинуть все. И, наверное, потом вернусь снова на АТП уже помогать сталкерам. Хотя там, конечно, жопа полная. Я не знаю, хватит ли мне вообще патронов на все это дело. Плюс еще нужно будет, наверное, с собой РПГшку взять с зарядами. Ибо там БТРы нужно будет сбивать. Ну, в Солянке вроде с этим квестом проблем не возникало, но... Вы же понимаете, что в ВП все усложнено и более идиотизировано. Так что ждем 500 тысяч вертолетов там и так далее. Куда пошел? Я вообще-то тебе стволы принес дурацкие. Держи. О, а он жишки тоже скупает. А что так дешево? Не, знаешь, не буду я тебе продавать. Ну, плюс 10 тысяч, слушай, так и... Ну, только так и навариваться реально. Знаете, что еще хочу сделать? Все-таки пойти сейчас на склады. Хочу сейчас в тайничках взять стволы натовские, которые у меня есть.
которые я не использую, скряги продать и плюс скряги квесты сдать. Вот так, наверное, поступим. Так, плюс еще хочу скинуть вот это вот. Че у меня по заряду? О, уже 63%. Ну, в теории должно хватить на сегодняшнюю серию. Ну как, я уже большую часть серии записал и как бы израсходовал только 40%, чуть меньше даже. Поэтому да, на фулл серию должно хватить. А у меня что-то особо и не оказалось тандатовских стволов на продажу, если честно. Ну, есть, конечно, вот эта штука, например, да, но она в хорошем состоянии. Я бы ее, возможно, даже поэксплуатировал когда-нибудь. Я про этот мусор, скажем так. Ну, не мусор, но в дерьмовом состоянии оружие. Ой, стоит ли тогда идти на склады? Ну, ладно, сходим. Здорово, Эдики. Че мне тут? Передать карту памяти, отнести мозги. Ну, мозги я сейчас отнести не могу. Ку, во-первых, держи стволы. 8 тысяч тоже. Ну, слушай, на стволах реально можно разжиться. И циклички не нужны. Во-вторых, подставляй ладони, лови карту памяти. Осторожней, она же маленькая. На полу потом хрен найдешь. А ты не спи. Давай свой КПК, я тебе обещанный рецептик арт-мода перекачаю. Если интересно, у меня другие рецептики есть. Кринж. Очередная кринж-награда. Ты говорю, есть еще рецепты? Есть. Ребята у нас храбрые, рисковые, но иногда они хотят хорошенько расслабиться. Обходились водочкой, но тут слух прошел. На агропроме в результате мутации обычная конопля приобрела особые свойства. Покуришь и сильнее в 3 раза становишься. Чуть не сквозь предметы видишь. А чутье, там человек один поселился. Косит ее, сушит. Со жратвой у него беда. Ест крыс, болотной водой запивает. Отнеси ему человеческой еды. Банок, 20 консервов, хлеба и водки непаленой. Он тебе мешочек и передаст с высококачественной травкой. Сильнее в 3 раза? Ничего себе, попробую. А то есть 20 консервов хлеба и водки непаленой я должен сам искать. Вот ты собака, конечно. Опять 20 водки. Да вы запарили со своей водкой. Отстаньте от моей водки. Сколько можно? Я не могу несчастный КПК крота уже 10 тысяч серий выкупить. А вы мне все накидываете и накидываете квесты, где еще водка нужна. Водка, 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 больше водки. Ужас. У меня скоро крыша поедет с этой водкой. Я сам уже начну водку пить. Ну, это вряд ли, конечно, но тем не менее. А что я делаю на дикой территории? Да, у меня, оказывается, РПГшки нет. Она, наверное, есть, но где-то на другой локации, да? Наверное, в темной долине. Да, у меня даже 2 РПГшки. Ну, короче, вот. РПГшки нет, поэтому сталкеры на АТП потерпят. Я решил пойти к Сахарову, по пути заодно поймать его крысок. Ну и, собственно, иду за вторым аккумулятором. Потому что мой первый потихонечку начинает разряжаться, и надеюсь, на путь туда-обратно мне хватит. Так, что там по описанию задания? Профессор Сахаров попросил поймать сбежавших крыс, которые крайне важны для его опытов. Всего грызунов 6, но поймать нужно только 5 здоровых. 6-ю, старую и больную можно пустить в расход. У крыс белоснежная шерсть, отличить их от других будет несложно, а таких видели сталкеры на дикой территории. После задания ученый сообщит координаты обнаруженного пути. А что за путь он мне должен дать, я не помню. Ну а на любом случае, любой новый переход мне будет не лишним. Чтобы поймать крысу, необходимо нажать на ней клавишу действия. Ну, понятненько. Это мы уже плюс-минус знаем. Ну что ж, погнали. Каков шанс то, что крыски будут здесь, в предбаннике, скажем так? Ладно, я думаю, довольно мало. Надеюсь, проблем не возникнет. Я найду их довольно быстро. Я надеюсь, они будут пищать, потому что иначе, если они будут молчать, как я их должен искать? Прикалямбу бандитам закинул. Кстати, по-моему, существует какая-то достяга с гранатами. Что-то гренадер или что-то такое, не знаю. Типа, убить гранат дофига. О, особенный бандитский плащ. Здорово. Правда, зачем он мне в таком состоянии? Его особенность — быстрое восстановление сил. Здорово. А можно мне особенный бандитский экзоскелет? Его особенность, этот, зарядка не нужна. Восстанавливает заряд. Ну, я его тоже сюда могу скинуть. Нафиг мне его с собой таскать. Ну и чё, где крыски? Я пока слышу только драных собак. Опа. Вас я здесь не ожидал уж точно. А еще там где-то бюрер по мне срал. Ой, бляха. Она оружие у меня выхватила и выкинула из рук. Как я испугался. Она прям в упор подлетела. И я к ней навстречу. Офигеть. А что это так только мутантов внезапно стало? Тут раньше только собачки были, да и все. А тут теперь какая-то суета непонятная происходит. Я еще химеру слышу. Что за ужас тут творится? Тут труп ученого они, видимо, оттаскали. Но справедливости ради, мутанты еще друг друга грызут. Да куда вас столько? На! Ой, нормально. Ой-ой-ой, мерзкая хрень. Да как попасть-то по тебе, а? А! Фу, фу! Сволочи, отстаньте от меня. Чё там? Кто? А, это не бюрер. Это призрачный буй будешь. Блин, реально, смотрите, его еле видно. Вопрос к зрителям. Буй будете? Он еще, наверное, ну, я хотел сказать, электричеством бьет, но он не бьет по итогу. Блин, у меня 2 дротика осталось. А что, его убил? Не-не. Я его не вижу даже.
Все, теперь точно убил. У меня чисто картечь осталась. Надо будет опять где-то на ЮСАС добыть боеприпасов, скажем так. Сталкер не выдержал всей этой суеты, что тут происходит, и откинулся. Так, гниющие трупы ученых здесь уже валяются 10 тысяч лет. Ну, мне, короче, надо, я не знаю, крысок искать, но что-то я думал, они хотя бы на этой площадке хотя бы одна будет. Но в итоге я вообще не слышал ни одной крыски. А что, если мутанты завалили крысок? Ну, это вообще бред, на самом деле, будет. О, слышу, слышу. Опачки, птивет. Блин, а милая крыска, слушай, беленькая такая, няшная. Я даже не хочу старую убивать, можно я не буду ее убивать? Пусть живет, пусть от старости умрет, а не от того, что ее грохнули. Так, где еще могут быть мышки? Ну, видимо, они где-то в районе стройки здесь бегают. Или нет? Черт его знает, а реально я уже, твою мать, большую часть дикой территории пробежал и нашел всего лишь одну мышку. Че по заряду? 30, а нет, это не то. А, да, 38, твою мать. Ну, до сахара должно хватить по-любому. Так, а может вы тут где-то ныкаетесь, а? Не, не вижу я здесь никого. И не слышу уж тем более. Опа, привет, минус. Так, две мышки есть, слышу еще одну где-то. Опа, опа, вижу, вижу. Бегает, бегает, куда бежишь? Опачки, сюда. Интересно, как мне старую отличить от остальных? Но он сказал, вроде она большая, да? Ну, было написано. Или нет? Да, старую... А, старую больную. Но, блин, я не знаю по поводу того, как она выглядит. Ну, ладно. Но я не хочу ее в расход пускать, по-любому. Опять я слышу крыску. Опачки! А ну-ка сюда, а ну-ка сюда. А что, если больная крыса чуму мне нахерачит? Но если она чуму нахерачит, то, к сожалению, этот, моя доброта на этом моменте кончится. О, слушай, давайте разобьем ящики. А то тот мудак в тот раз мне не дал это сделать, но по итогу в ящиках ничего не оказалось. Зато здесь оказалось. Лишняя гранатка, лишней не бывает. Так, ну что, я нашел уже сколько? 3 крыски или 4? Еще одна нужна. Не может же она в тоннеле тут быть? Может, они где-то здесь бегают? Нет. А мне вообще, знаете, что кажется? Она работает так, то, что я ловлю одну мышку и только потом вторая спавнится. И так, в последнюю очередь, мне должна попасться якобы больная старая крыска. Ну, подразумевалось, наверное, то, что я вот с этой стороны должен начать поиски. И я бы, типа, вот так вот шел туда, вглубь дикой территории. И натыкался бы на этих крысок, которые якобы выбегают внезапно там где-то рядом. Но на самом деле они просто спавнятся, когда я подбираю первую. Ну и так, по очереди. Ну вот, смотрите, я тут уже бегал, исследовал, не было тут никаких крысок. Но сейчас я еще раз пробегусь, и тут будут крыски. Ну, точнее, одна крыска. Что-то я не могу подтвердить или опровергнуть свою теорию, потому что я вообще ни одной крыски не могу найти. Может, в тоннеле? А, в тоннеле химеры, я еще и в телепорт угодил. Ну ладно, мне кажется, в тоннеле там нет крысок. Были бы, я бы слышал звук, писк вот этот. Да сколько можно? Какие нахрен? Ну, мне придется сюда прыгать. О, я слышу крыску. Опачки, все-таки есть в тоннеле. А, все, я нашел. Так, ну старую и больную я так и не нашел. И в принципе не хочу искать, потому что я не хочу ее убивать. Ладно, по поводу того, что крыски спавнятся, возможно, я не прав, потому что по факту в тоннеле я действительно не был. Так, мне нужно как-то миновать тут эти сраные телепорты, они меня бесят. Ну, отстань. А, ладно, спасибо. В смысле? Я уже все нашел, ты что, гонишь? Все, зачилься. Они у меня в инвентаре? Нет. Или да, но я не вижу. Было бы забавно. Заряда тем временем 25% осталось. Да, ну, что могу сказать? Ничего не поделать, это мой единственный целый экзоскелет. Или не единственный, я вот не помню. У меня, по-моему, еще экзач бандитов где-то есть, да? А экзач бандитов, он по заряду что, меньше расходует? Если меньше, то я бы, наверное, в экзач бандитов переоделся. Потому что на данном этапе, когда у меня, в принципе, все экзоскелеты довольно слабенькие, я бы предпочел тот, который расходует меньше заряда. Потому что меньше хочется париться с этим. Я вообще привык без заряда этого играть дурацкого. Это первый мод, в котором я вот такое вижу. Может, не первый, не помню точно. Но вот на данный момент могу сказать, что единственный мод, в котором, точнее, я дошел до этого. До этой дрочни с аккумуляторами. Пришлось ваших подопытных засунуть в рюкзак, чтобы угомонить. Так и норовят из рук выпрыгнуть. Мои миленькие создания, бедняжки. Что же вам пришлось пережить снаружи? Ну ничего, сейчас я вас накормлю. Держите их. Держу. Смотрите, покажу на карте. Вот здесь. Возле бывшего Ниагропром есть незаметная тропинка, которая ведет прямо сюда. Видите? Но, к сожалению, обратной дороги мы пока не знаем. Есть сведения, что в военных на Агропроме были документы, в которых описывалась эта дорога. Но кейс с документами был похищен. Может, возьметесь? Подожди. Что ты за переход не дал? А обратно типа только за квест. Понял. Ну, говорите, что на Агропроме. Ну да, в принципе, недалеко. Обратная дорога вам уже известна. Ладно. Вот отлично, буду ждать. Найти кейс с документами. А где его искать? А, предположительно, место документов. Ну, у дезертира по-любому надо что-то, видимо, будет сделать для него, чешо. Ладно, на этом пока буду завершать, парни. В следующей серии, я думаю, мы немножечко подзадержимся. Так, кстати, аккумулятор, да. В следующей серии мы немножечко подзадержимся на данной локации, потому что, во-первых, мне нужно здесь найти тайник кости на заводе, а во-вторых, нужно будет спуститься в лаб.
Абу и добыть документы для Акима, которые я, видимо, забыл, либо вот я не помню, какая судьба с этими документами, ну, точнее, судьба этих документов. Всем спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые серии ОП-22. Вступайте в группу, ссылка в описании. Всем спасибо, все свободны.